Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1010. События дня. 2 Тимофея 2:11-13. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Вот показано, какое объявление наше, можно почитать. Вчерашний день, 21 сентября, церковь отмечает день рождения Богородицы, Преснодевы Марии, Матери Христа. Утром в храме помолились. И вчера у меня утром была уже большая неприятность по моим меркам. Я не мог выйти на YouTube и на форум. А на мой мир и на наш сайт свободно. И вот с программистом Виктором мы днем многократно, я 15 раз только звонил. Как сделать? Я ничего не поставил, не проверил. Ну, нет связи. Разные причины были. Он засчитывал, какие цифры вставлять, переключать не дает. Кое-что уже запомнил, записал. Никакой пользы от этого нет. И на крышу лазил. Там тарелка и флешка. Флешка горит. Горит, все нормально. Ее надо поднять, выключить. Все сделал. Что говорит, я все это делаю. Весь день вчера с этим провел. И ничего нету. Ночь прошла. Ночью включал несколько раз. Яндекс включается, а Google нету. Ну и как? Вот это не знаю как. И вот я тогда написал всем. Второй день совершенно не могу выйти на свой видеоканал «Во свете Библии», называется он «Открытым оком» Игнатий Лапкин. И нет выхода на наш форум. Никаких предупреждений от кого-либо из этих ресурсов, от администрации-то не было. Везде все оплачено. Все проверил по указанию Виктора программиста. Наверху на крыше в тарелке горит свет от флешки. Вынимал ее и вставлял заново много раз. То она закрыта была от дождя, то дождь накрапывает, целлофаном прикроют, то не надо, то... Перегрузку компьютера не раз делал. Отключал от общей сети, где отключить, включить. Ну, это, если кто не знает, я просто могу показать вот сейчас конкретно, что это делается. Вот, допустим, вот наш компьютер в левом верхнем углу, компьютер, я его... Раз компьютер, а тут открывается сеть внизу. На сеть правой кнопкой нажимаю, свойства. Ну а свойства здесь вот показывают, что изменение параметров адаптера. Ну вот я на него нажимаю, левой, а здесь подключить, выключить. Вот правой нажмешь, отключить, вот нажал отключить. И она показывает, отключено. Теперь опять правой нажимаю. Включить. Вот подключение. Подключено. И выбрасывает. Подключение идет и потом подключено. Ну, согласно этих данных, все нормально подключено. Вот это я сворачиваю, убираю. Теперь открываю. Нигде ничего нет. Вот оно не удается получить доступ к сайту. Веб-страницы. Ничего нет. Вот.
А вот мой мир свободно открывается. Флешка там горит, маячит. Вот. Во свете Библии вот это тоже открывается. Ничего не могу сделать. Вот смотрю Яндекс. Яндекс, вот, пожалуйста, открытый. Погоду, все узнаю. То есть в интернете находимся. Телефон работает. Вот я тут все это включаю. Так, телефонная связь со всеми есть. Мой мир работает и почта на нем. Но если с моего мира ссылка на открытие присланного файла, то снова табличка, не удается получить доступ к сайту. Вот так. Прошу помочь. Я разослал многим. Пока ни одного ответа нету. Что делать? Как? Ничем вчера не занимался, только здесь. Отойти нельзя. В сторону отойду, позвонит, а у меня не включено. Видимо, высчитывают за это. Я ничего не делаю. Все закрыто. Ну, вот так. Ко всем по-прежнему обращаюсь. Вы увидите, как вчера я раз не зашел. Вернее, зашел вчера. Посмотрел. Только начал работать по комментариям. Сразу погасло, и ничего нигде нету. Ну и так и нету, и нету, и нету. То есть, ну, все видно. Вот, на улице погода 11 градусов. Вот, видать даже. И никак не могу ничего сказать. Наши ресурсы. С чем связано? Что не так? Компьютер или как? Тогда бы мой мир не работал. И наш библейский сайт не работал, вот этот. А он работает. Вот, можно открывать. Первое. Я открываю. Вот тоже переключил. Уже и здесь нету. Переключил. Во свете Библии нету. А там включил, есть. Тогда, может быть, и здесь нету мой мир. Сейчас обновить. Это обновилось, и все. Мой мир проще, прочнее всех стоит. Прошу помощи. Мы тут с боем, с Сергеем Егоровичем Игнатовым. Ну, все, пока на этом.